В Даугавпилсе система видеонаблюдения начала действовать с ноября 2012 года. На улицах города установлено 58 камер, которые круглосуточно отслеживают происходящее и записывают различные нарушения. Нередко в объектив попадают и виновники происшествий, что позволяет сотрудникам муниципальной полиции оперативно их задерживать и привлекать к ответственности. Количество правонарушений, зарегистрированных за период с ноября 2012 по 1 июня 2014 года, превысило 1000. Общее количество происшествий – 1099. Переданы государственной полиции – 224. Переданы службы неотложной медицинской помощи – 4. Составлены протоколы – 364. Проведены профилактические беседы – 287. Доставлены в палату детоксикации – 71 персона. По запросу государственной полиции им переданы 122 видеозаписи, которые доказывают факты нарушения. Также, благодаря материалам видеонаблюдения, были раскрыты несколько особо тяжких преступлений. Сломанные деревья, скамейки, элементы игровых площадок, сожженные или перевернутые биотуалеты и мусорные контейнеры, захламленные чаши фонтанов, бесчинство злоумышленников, похоже, не имеют границ. Жертвами вандалов стал даже мемориал в парке Дубровина. К сожалению, поймать вандалов с поличным, что называется, по горячим следам, удается не всегда. Не везде установлены камеры видеонаблюдения. Но там, где они есть, нарушителей проще уличить, задержать и привлечь к ответственности. На территории Даугавпилсской крепости злоумышленники орудуют с завидной регулярностью. Недавний такой случай произошел средь бела дня, воскресенье, 15 июня. Нападению вандалов подвергся общественный туалет, сданный в эксплуатацию в декабре прошлого года. Испорчен и разбросан инвентарь, жидким мылом облиты стены и брусчатка. С водосточной трубы сняты крепления, сожжены стулья, временно хранящиеся в каземате 8-го бастиона. Я сам находился в крепости, конкретно этот факт уже вандализма видел. Работниками нашего центра был подготовлен акт обследования, где мы констатировали конкретные эти вещи. Буквально в понедельник был вызван в крепость участковый, который у нас отвечает за порядок и за всю нашу жизнь крепости. Он приехал еще с представителями полиции. Также было все осмотрено, зафиксировано. Да. Видеокамеры наблюдения у нас тоже зафиксировали возможных людей, которые могли бы участвовать в этом. Судя по записям камер видеонаблюдения, подозрения падают на группу школьников. Однако их причастность к совершенному должны установить правоохранительные органы. В настоящее время подсчитывается размер материального ущерба, составляется смета расходов на восстановление имущества, после чего в госполицию будет подано заявление с просьбой рассмотреть свершившийся факт. Как считает управляющий Даугавпилсской крепостью Янис Островскис, нарушители должны быть установлены и понести заслуженное наказание.